Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как сделать очень вкусные куриные оладьи по диете Дюкана. Я очень люблю этот рецепт, потому что он диетический, практически низкокалорийный, но и в то же время довольно вкусный. Во-первых, нам понадобится грудка от одной курицы. Вот я ее уже порезала. И особенность в том, что мясо грудки мы не перемалываем на мясорубке, а режем мелко на небольшие вот такие кусочки, вот такого размера. Затем, что нам еще понадобится? Нам понадобится яйцо, зелень. Зелень это кто любит? Мы очень любим зелень, поэтому добавляем укроп. Затем бульонная соль. Любая, Роллтон или Магги, или Галина Бланка, что вы любите. Если вы против таких приправ, то можете ее не добавлять. Можно заменить обычной приправой для курицы. Но мы любим именно куриный бульон, потому что он усиливает вкус курицы. Затем крахмал и отруби. Отруби желательно добавлять практически во все по диете Дюкана, но некоторым людям они не нравятся, поэтому кто хочет, добавляет, кто не хочет, не добавляет. Но мы добавляем всегда. Итак, начнем. Сначала мы берем и разбиваем яичко. И хорошо перемешиваем. У нас получится субстанция довольно-таки жидкая в начале, потому что яичко, оно довольно сильно разбавляет нашу смесь. Затем добавляем туда нашу зелень. То сколько хочет, это по желанию. Зелень и украшает блюдо, и придает запах и вкус. Поэтому добавлять зелень можно по желанию столько, сколько вам нравится. Затем добавляем крахмал, примерно чайную ложку, можно больше, можно меньше. Это зависит от того, какой величины у вас грудка. У нас была курица средних размеров, и поэтому грудка тоже довольно средних размеров, небольшая. И затем я добавляю отруби. Это для того, чтобы снизить калорийность нашего блюда. Но вы можете не добавлять отруби. Иногда делают просто с небольшим количеством крахмала и все. Самое главное не добавлять сюда муку. Я добавляю пшеничные отруби. Можно добавлять овсяные отруби. Кому что нравится. Вот. И обязательно добавляем нашу приправу куриную. Мы добавляем, потому что нам нравится. И вот у нас получилась вот такая консистенция. Ее нужно жарить на сковороде. Но чтобы соответствовать диете Дюкана и избавиться от лишних калорий, что я делаю? Я беру вот мою любимую сковородку. Это сковородка с антипригарным покрытием. Я ее слегка смазываю маслом, всего лишь чуть-чуть, буквально несколько капель. И затем жарю. И получается, что калорийность очень снижена за счет низкого количества масла. А сейчас я приготовлю эти оладушки и покажу вам, что у меня получилось. Вот какие оладушки у меня получились. 7 штук куриных оладушков. Вот. Я считаю, что это блюдо очень диетическое, низкокалорийное и очень полезное для тех, кто хочет сбросить свой вес. Подписывайтесь, дорогие мои, ставьте лайки. До свидания, удачи всем!